Привет, друзья! Это Star Citizen без купюр, с вами Смольный, и вы смотрите очередное видео касательно обновлений в дорожной карте. И вот прошло 2 недели, и вчера была среда, а это значит, что подъехало свежее обновление дорожной карты нашего горячо любимого Star Citizen. Но спешу вам сообщить, что обновление это не такого рода, как большинство, наверное, ожидали, и не совсем привычное. Посвящено оно как раз обновлению самой дорожной карты, а в частности трекеру прогресса. Вчера все приложение получило заветную версию 1.0. Помимо новых функций и улучшений в обновлении на этой неделе, добавлено более 100 новых задач, которые выполняются 20 командами, что были также добавлены в трекер прогресса. И теперь список наконец-то полон. Ну а само приложение получило ряд новых функций для более удобного пользования, такие как поиск, фильтр, сортировка. Более детально, как всем этим пользоваться, можно почитать на сайте, ссылку я оставлю в описании. Ну а перейдя к тому, что было добавлено или убрано, должен сказать, что конечно же не обошлось без удаленного контента, который, по словам разработчиков, был временно убран из трекера прогресса и задач команд. В общей сложности это 11 задач. Но вот что действительно радует, так это то, что было добавлено. А это возможность продавать предметы из личного инвентаря обратно магазинам, полагая, что найденный лут также можно будет им спихивать. Ну и как по мне, вишенка на торте – это возможность иметь личный постоянный ангар и апартаменты. Звучит обнадеживающе, не правда ли? Ну а насчет патча 3.13 мы также еще раз получили подтверждение, что спаун клоузетс, швартовка кораблей к станциям, танк и оба Геркулеса будут добавлены в патчах 3.13.1 и 2, что, как я полагаю, будет примерно через месяц после выхода 3.13 на лайв. Ну а новый Greycat Rock DS, который уже стал нелюбимцем сообщества из-за своей непродуманности, официально получил свою карточку в релиз View. На этом у меня все, спасибо, что смотрели это видео, не забывайте ставить ваши лайки или дизы, подписываться на канал и главное, летать вдохновенно. Это был Смольный, на связи.